Тан-тан-тан-тан-тан-тан. Так, сохраниться надо. Ну, о, два костра. Ну-ка, давай взглянем, кто там у нас. Нужно противоядие. Этот яд меня угробит. А! Меня отравили. Че, серьезно? Ай! Меня отравили. Меня отравили. Ого. Меня отравили. Нужно противоядие. Этот яд меня угробит. В акте не яд, надо бояться. Острел. Ну, спасибо. О, не так сразу. Опыта я хоть и получаю копейки. Мягко сказать, копейки. Понятно. Чем тяжелее противник, тем больше очков опыта. Вот это мне не нравится. Полезная вещица. И еще, блин, кто? Эй, поберегись, у меня топор! Однажды он так и сделает. Успокойся ты, псих ненормальный. Закрой варюшку! Хочу махать топором и буду! Я Клайд, а это недоразумение с топором величает себя Джакалом. Дабы упростить дело, мы решили после часовой борьбы левой руки с правой, что нас вместе будут звать Евгений. А то! Попробуй поживи с этим сопляком-педантом! Это ты, чудак, на букву М. Охотник, помоги нам, пожалуйста. Так жить невозможно. Должно быть какое-нибудь зелье, с которого загнется этот нытик Клайд. Это тебя, Джакал, надо поскорее устранить. Я хочу единолично жить в этом теле, но психованный господин хочет того же. Больше всего на свете! Убери от меня этого слюнтяя, и я дам... Нет! Избавьте меня от этого безумца, и я отдам вам... Почти месяц. Как будто каждый шел своей дорогой, а потом одним прекрасным утром оба проснулись в этом теле. С тех пор мы кружим в одном месте! Никто из нас не понимает, что случилось. Мы нашли записку со словами. Двое делят одного. Ваши ставки. Кто кого? Знать не знаю. Может, гоблячий шаман что-нибудь придумает? Да обращались мы к шаману. Ты сам же его и прикончил, потому что, цитирую, он косо на тебя глянул. Да кто их считает, этих гоблинов? Ты-то точно их не считаешь, но, быть может, в поселке есть доктор, который сможет помочь нашей беде. До встречи! Призрак немного подумал, ну нафиг этих психов, сваливаю. Где тут что, еще один, может быть, поселок, что ли, какой-то?
Нам-то пока туда. Потом уже через мост перейдем, посмотрим, что там. Мясо. Повезло. Где-то кока-кола вроде еще раз слышал. Нет? Ладно, давай-ка в будочку заглянем. Только грибы пособирать нельзя. У меня очень острые стрелы, одна из них нацелена точнёхонько тебе в шею. Говори, что надо. Если хочешь войти, скажи пароль. Тьфу, ты знаешь. А мне так нравится дырявить людям шеи. Не понял. Лагерь чего у них под землей, типа? Так это вход в лагерь. Ну ни хрена себе. Да, тут же еще и бандиты у нас. Я и забыл совсем. Раньше я тебя тут не видела. Скажи-ка. А как ты относишься к романтическим отношениям? Ну да. В каком-то смысле очень романтично. Мы, значит, хотим свалить из лагеря. Хватит с нас вольной жизни. Поначалу была веселуха, но Цири скоро родит, и нам не хочется, чтобы наш ребенок рос в таких условиях. А с того, что здесь нечисто? Может, новый порядок и считает нас обычной кучкой головорезов, но на самом деле... Мы служим жуткому некроманту. Мы как-то видели его за работой. Крику было жуть. Нет, надо делать ноги. Но Рагнар что-то подозревает. Он боится, что мы всех сдадим, и запретил Кристоферу, мужику на воротах, выпускать нас из лагеря. В том-то и дело, что мы не знаем. Кристофер не сходит с поста. Идиотский чистоплюй. Если ты сумеешь с ним договориться... Мы оставим тебе наше оружие. В мирной жизни оно нам не понадобится. Поверь, понадобится. Пожалуйста, помоги нам выбраться. Мы хотим начать новую жизнь. Он значит такой. Не убивайте меня, не убивайте, все такое. Да я это терпеть не могу. Прирезал бы сразу и все тут. Я так и повезло. Короче. Блин, я меч взял двуручную, ногами их пинает, ну зашибись. Как на дело сходили? Отлично. Утюг просто отжег. Мало кто машет топором лучше него. Ты бы видела, как он головы рубил. Ой, да ладно.
На, облом. Такая буняшка сейчас была. А! Так. Перекус. А покушать я люблю. Ой, хоть какое-то развлечение, хоть какой-то враг есть, которого парень, можно. Чушь! Я это на собственном горбу пёр! Что? Лучший клинок банды я! А ты ножи так кидать не умеешь! Святые сиськи Грейны, ты что творишь? Ложное место! Или без ног останешься! Давай поссоримся. Да сейчас тебе будешь шрам. Это мне козел из нового порядка оставил. И поэтому ты тянешь лапы к доспеху? Мечтать не вредно. Да куда тебе тяжелый доспех? Полезная вещица. Ты себя в зеркале видел? Это для крепких парней вроде меня, да сюда. Давай, давай, давай. Ах, твою налево! Эй, с луками нечестно. Руку держи, на цель-то смотри. Мне понравилось. Можно еще раз? А что еще тут осталось-то? Добро делит, блин. Поделили? Иди сюда, красавица. Думай только о цели. Думай об убийстве. Угу. Можно побольше куриц. Ладно. Вчера дралась с троллем и крупно вляпалась. Что? Он хотел тебя пришибить? Да нет! Он на меня только дубину поднял, как я ему брюхо распорола и все кишки. Я вас раньше не видела. Зачем вы пришли к храму? Храм открыт для всех, но знаете, вошедшего ожидает череда испытаний. Я вообще-то хотел подобрать мешочек. Владыка Лайкин создавал свой храм специально для того, чтобы недостойные не докучали ему. Единственный, кто выдержал все испытания, наш предводитель Яган. Сейчас он внутри. Войдите и готовьтесь к испытаниям. Желаю долгой... Полезная вещица. Зайду как-нибудь. Бою, бей в шею. Шею обычно плохо защищают. Так что если попадешь, повезло. Убьет на месте. Не, ну не понравилось, на камни запрыгнул, думал, я самый умный, хоп, все в луке сразу. Не, ну темная игрушка. Конечно, с уровнем сложности здесь надо было им поиграться пожестче. Больше интереса сделать. Лут побольше хотя бы какого-нибудь такого, даже который не продать. Как бы с кроликов ничего не взять, только бедных куриц мочу. Ну ладно, я лично не против. Мясо, оно и в Африке мясо. Mm-hmm.
Так не запрыгнули, значит. Не, чем-то она мне готику напоминает, хоть как-то не крути. Эй ты, вот сюда, дело есть. Мы тут давеча один торговый обоз громили. Помню, что засадил топор в башку какому-то заморышу и отвлекся на другого. А топор-то и не вытащил. Теперь, видишь, торчу на страже и не могу туда отлучиться. Ноги у тебя молодые. Сбегаешь за моим топором? Он меня в свое время здорово вырубил. Не в службу, а вдруг. Отправляйся мимо рудника по дороге к реке. Да есть у меня его топор. Он самый. Ха. Так тебе удалось найти обоз? Давай сюда топор. Вот повезло. Я как раз проголодался. Держи монетку за труды. Пошли. Ну, монетка-то как раз мне сейчас и нужна будет. Сколько мороки ради куска дерева и заточенной железяки. У нас есть дела поважнее. Например, храм Махаса. Махаса, это имеется в виду вот эта вот хренотень? Не вижу названия. Оу. Повесили, чтобы воняло. Здесь довольно такая недоветренная сторона. Не рекомендовал, конечно, ну ладно. Смотри, у меня в гневе я очень страшна. Ну ты и так, наверное, не симпатичная. Говорится, девушка страшна в двух вещах: в гневе и утром, если не накрашена, да? Эй, отвали по-хорошему. Я занят, дури башка. Это у меня выход, что ли? Да, это выход. Что? Нет, шкандыбай отсюда. Что? Тяжко быть трезвым, но я в рот не возьму здешнего затхлого эля. Эх, я бы все отдал за бутылку Аполлинариева рома. Аполлинариев ром, спасибо тебе громадное. Все, меня нет, лягу на бережку и напьюсь до беспамятства. Ура! Ой, простите. Сразу исчез. Зачем напиваться до беспамятства? Мы видели, что Кристофер ушел. Как тебе удалось? Оказывается, это было совсем несложно. Как я рад это слышать! Как рад! Вот наше оружие. Надеюсь, оно хорошо тебе послужит. Прощай. Ребят, ничего, что вас убьют раньше. 59-18, ух ты ее. Уровень 13. Блин, мечта хороший. Так, может есть какой-то скилл, который позволяет... Мы еще не вошли в храм Махаса, а ты помогаешь парочке бывших убийц. Какие мы добрые, это что-то. Значит, русский храм Махаса это здесь. Ну, я обычно подкрадываюсь сзади, затыкаю рот и чики-чики, от уха до уха. Тихо, она недовольная, блин, у меня в башке поселилась, это писец какой-то. А, сдох. Научил меня кроликов разделывать, что-то такое.
мальчиком. Я разжилась в прошлый раз в Балероте. Красавец! Пользовалась уже? А то ж. Так, где-то здесь был чудик с восклицательным знаком. А вот он. Дай я на тебя посмотрю. Руки крепкие. Да и опыт, похоже, кое-какой имеется. Да, ты сойдешь. Мои парни решили устроить засаду на богатеев, идущих в Осколье. Но поговаривают, что этих господ охраняют солдаты нового порядка. Нам не помешает подкрепление. Дельце как раз для тебя. Что скажешь? Они поедут из Рабасовых фьордов по дороге мимо башни и храма. Как увидишь старые обломки обоза, иди по дороге к башне, а там уже недалеко. Молодцы. Руку держи, на цель-то смотри. Грабануть богатеньких я не против. А на заспехи почти одинаковые, кстати. Шлем у меня хреновенький, у него-то получше будет, да? Ой, как мне обидно, что здесь нельзя снимать доспехи. Так, так, так. Шавка из моей своры хочет бросить мне вызов. Да не проблема. Какова наглость? Перед тобой храмовая зала, также известная как приемная смерти. Вперед, приспешники! Нужно противоядие. Этот яд меня угробит. Нужно противоядие. Зелье. И мне бы не помешало. Нужно противоядие. Этот яд меня угробит. Ай, меня отравили. Ай, меня отравили. Иди-ка сюда. Ай, меня отравили. Ай, меня отравили. А, нужно противоядие. Этот яд меня угробит. Ай, меня отравили. Ай, меня отравили. Ай, меня отравили. Ай, меня отравили. Нужно противоядие. Этот яд меня угробит. Ай, меня отравили. Ай, меня отравили. Нужно противоядие. Этот яд меня угробит. Золото, конечно, у меня тут подрастает, но надо больше. Курица пока есть не будет доставлена потом. Ай, меня отравили. Ну, понятно, здесь надо иммунитет к яду иметь. Нужно противоядие. Этот яд меня угробит. Да я не сомневаюсь. Меня отравили.
ядовитая лоза какая-то. Забавно, кстати. Уф, не так сразу. Вперед, приспешники! Не так сразу. Как раз таки именно так. Эй, алло. Ай, меня отравили. Ай, меня отравили. Ай, меня отравили. Меня отравили. Эй, призрака, ну ладно. Одного у меня, что ли, дальность, как у последнего инвалида? Ого. А вот это хорошо. Заклинило. Да нет, не заклинило. Это очень. Так, как же тут защищаться-то? Это не чем бьют-то хоть? Магии или нет, я поехать не могу. Нифига себе, они тут срезают хп-то.
Победа за мной. Лихо. Довольно-таки лихо. Так, моя главная задача. Похоже, я тут не пройду. Ну я понял, значит мне надо еще туда забираться будет. Хэ, прелесть. Может, надо было просто пробежать, а не убивать всех подряд. Чую здесь подставу. Как-то мне нехорошо. Да ну. Даже не хочу спрашивать, почему. Ладно, народ, на этом я закончу. Я вот не знаю, что пока делать. Призрака, надеюсь, не зацепится. Блин, там секретики какие-то. Надо будет, не выходя, сохраниться, что ли. Можно потом еще раз будет зайти. Но, в принципе, здесь территория открыта. Надеюсь, я смогу еще раз зайти. Всем удачи, всем пока.